Не удалось мне найти такие вход в эту лабораторию под домом. Я не знаю, я нашел одну дверь, конечно, но она закрыта была, ну, именно снутри. Но зато я нафармил, получается, себе муравьев и сделал себе лопату третьего... Не, второго уровня. Добыл там жвачку под крылом и, получается, вот в этом баллоне заделал дырку. Теперь мы здесь можем бегать с вами спокойно, без этого, без огнетушителя. Так, и наткнулся вот на такое строение. Здесь возле лопаты был камушек. Вам нужна будет вот эта вот штука взрывающаяся. Это жгучая колбаска. Взрывайте там камушек, лопата падает, и забираетесь наверх. Только перед тем, как подниматься, сейчас на карте покажу, где она находится. Так, кривая лопата, вот тут где-то где водичка, по-моему, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, тут где вода, вот это вот где кольцо, то там находится труба. В этой трубе находится, получается, ключик. И этот ключик нам понадобится для открывания сундука. Так что побежали. Да, и плюс вам нужно будет еще 12 мотков паутинной веревки с собой взять, чтобы, получается, отсюда попасть вот в это вот это вот место. Так что побежали, давайте смотреть. Да, главное, чтобы сейчас на нас тут шмели не нападали, и будет все хорошо. Блин, еле нашел, как сюда попасть, не поверите. Я уже оббежал все, что только мог. Так, вот, по-моему, вот эта вот труба. Да, вот эта вот труба. Вам нужно будет сюда зайти, направо до конца и влево вниз. И там будет ключик. Чтобы, получается, там открыть чемоданчик. Бонжур. Черный, да, муравей? Да. Ну, давайте тоже зафармим. Так, сделал себе щит. Так, ага. Они в конце, когда у них мало хп остается, они начинают убегать. Так что, будьте, как говорится, к этому готовы. Все, отлично. Дай сюда. И где еще один? Угу, вот он где. Тоже на всякий пожарный случай его зафармим. Все, дай сюда стрелу. Отлично. Побежали. Так, здесь просто, я думаю, пробегаем. По возможности. Все, отстань, отстань, отстань. Просто пробегаем. Они потом отстанут. Да, 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 по-любому. По-любому, по-любому. Все, 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 остальное. Пчелы и так нормально нафармил. Они нам не нужны. Ля какой. Отстань от меня. Отстань от меня, пожалуйста. Все, нам пробежать чуть-чуть осталось. Знаете, что самое больше меня бесит в этой игре? То, что нужно тут постоянно чинить себе броню. Ну все, отстань от дяди. Отстань от дяди. Так, нам теперь нужно в этот замок, а потом сюда, до книжечки. Побежали. Побежали, побежали. Тут тоже много пчел, так что нужно быть аккуратным. Так, сюда. И сюда. Во. Так, только не говоришь, что ты тоже будешь нападать на меня, да? Только не говоришь, что ты тоже будешь на меня нападать. Ладно. Так, это нехорошо. Минус один. Минус один. Отстаньте от меня. Дай залутать чемодан. Все, до
наконец-то, блин, всю броню, да, наверное, мне повредил. Ну, да. Почти. Ладно, открываем. Отлично, отлично. Но. Дай запрыгнуть. Так, что это? Это мегазубик. Шикарно. Осколок хрупкого мрамора. Во, это мне тоже пригодится. Кусь. Это что такое? Кварц. И кассетка. Специально для нашего робота. Так что, побежали. Скоро стемнеет, а я не хочу в потемках тут лазить. Так, а я с собой покушать ничего не взял? Угу, ничего. Ладно, ладно. Надеюсь, мы там с вами что-то найдем. А да, после того, как мы залутаем сейчас с вами песочницу, нужно будет еще сбегать вот в это место. Сейчас вам покажу. Вот сюда, Игриль. Здесь нужно будет взять камушек. А чтобы туда прийти, где же оно находится? Так, я вроде где-то на карте отмечал. Ага, вот, все, подъем. Сюда, чтобы пройти, чтобы забрать, нам получается, это как его, уголек. Так что здесь оно находится. Ладно, но пока мисс крица еще рановато об этом. Побежали. Побежали в эту сторону. Сейчас заодно проанализируем. Мало ли, Маш, что-то выдаст. Ага, чучело. Чучело пчелы. Ладно, закрыть. Здесь у нас что-то есть? Нет. Здесь ничего нету. И здесь, во, у нас есть с вами мегазубик. На что мы потратим? Обстрелы. Эту медерну можно накопить будет и... Потом уже тратить, надо будет все-таки идти на выносливость. По здоровью, в принципе, у нас нормально, вот выносливость нужна. Так, все, отправляемся. Бэйби. Так, надеюсь, здесь будет что-то интересное и прикольное. А наверх мы больше не можем, да, подняться? Ну да, наверх мы подняться не можем. Ладно. Так, наверняка там есть какое-то сокровище. Блин, вниз падать. А тут кто-то ползает, слышите? А тут кто-то ползает. Так, давайте, наверное, мы местами поменяем немножко. Так. Это сюда, а лопату вот сюда. Это даже, наверное, я... Вот так вот. Где ты? Вот так вот. Так, а как спрыгнуть вниз безопасно? Или можем прыгать безопасно? Ладно, прыгаем. Прыгаем. Угу. Ах ты, падла! Ля, ты кто? Ах ты. Ах ты, ля, какой! Муравьиный лев. Так, иди сюда. Надеюсь, мы себя сможем что-то полезное сделать. Так. Все, до побачення. Так, сейчас, секунду. Во. Я себе сделал шапку светящуюся. Так что, давайте лучше оденем. Думаю, она нам пригодится. Только сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Что мы тут сможем с вами найти? Ты кто? Так, знойный леденец. Угу. Мы тебя занямать сможем, я надеюсь. Так. Дай сюда. Сможем ли мы тебя занямать, употребить? Да. Ой, как вкусно. Так, побежали дальше. Побежали, побежали. Главное тут, наверное, все осмотреть. Чтобы ничего не пропустить. Яблочко нам не надо. Хотя поесть бы надо было. Так, ага.
Вот тут тоже есть эта штука. Короче, ее запускаешь, и сюда все сбегаются. Как я делал? Я ставил сюда стенки, брал ремонтный ключ, и это как я учинил стенки, пока на нас нападали. Так, в воду мы сейчас прыгнем, это по-любому. Но нужно сначала посмотреть, что тут есть, чего тут нету. Так, ты кто? Что ты нам приготовил? А ничего, да? А, не, что-то есть. Только не говорю, что третий уровень нужен. Да, третий уровень, блин. Я пока не знаю, как сделать мне молот третьего уровня. Нужно будет посмотреть. Может, как раз из этого муравья, которого мы добыли с вами. Предлагаю полностью все оббежать. Ага, здорово. Давай, иди сюда. Бля, он чем-то еще бросается. Ах ты, падла, ты бросайся, да? У меня. Муравьиный лев. Так, стопэ. Ай, больно в ноге. Надо его забаранить. Надо его реально забаранить. Так, стопэ. Он попросил, стопэ. Не-не-не, все, еще чуть-чуть и все. Отлично, часть муравья льва. Жвалы, жвалы. Ля, я провалился. Давай посмотрим, что тут находится. Кто ты? Кто ты? Что у тебя тут есть интересного? Ага, мрамор. И конфетки, да? Надо бы сюда еще как-то наведаться. Так, конфетки мне, по-моему, не нужны. О, зубик. Или что это? Или это мятная? А, мятная таблеточка. Хорошо, и конфетки. Так, стопэ. Ладно, давай конфету заберем. Покушаем как раз. И пошли дальше смотреть. Так, давай занимаем. Употребить. И где наши мятные? Употребить. И тут тоже. Восполнили. Отлично. Давайте дальше смотреть, что нас тут с вами ждет. Блин, туман начался, ничего не вижу. От слова забей. Ну там кто-то лазит. Надеюсь, когда мы проанализируем вот этих львов, пауков, котиков, муравьев, то можем что-то получить. Типа третьего уровня, либо молоток, либо меч. Либо топорик. Все, в принципе, я думаю, можно. Ага, здорово. Здорово, еще один. Ну, ты нападать будешь? Или не будешь? Или не будешь, падла? Так. Сейчас он вылезет. И еще пару ударов. О, отлично. Ля, сколько вас тут? А так нечестно. Так, а ты кто? Погоди. А ты кто? А, ты тот же самый, да? Ты все тот же самый. Понял, до побачення. Давай-давай, пока-пока. Не-не, все. Я думаю, две штучки нам хватит с головой, чтобы мы их залутали. Все-все, отстань. Отстань от маленького. Понимаю, нам можно прыгать вниз, да? Так, зонтики, зонтики. Окей. Сюда мы, наверное, никак, да? Не поднимемся. Так,
Черных муравьев. Ага, спуск. Ну, мне нужны, конечно, жвала черного муравья. Конечно, нужны они, но... Но я не уверен, что сейчас они здесь будут. Но это маленькие, мне большой нужен. Так, ты кто? О, хрупкий мрамор. Хрупкий мрамор мы с вами добудем. Так, дай сюда, дай сюда. Дай сюда. Все? Дай сюда. Блин, какой же длинный у них муравейник. Главное назад, потом выход найти. Ля, сколько всего. Так, ты кто? Хрупкий мрамор. О, мрамор, ля, сколько всего. Так, ходох мне не нужен. Ходох. Били ходох. Мне нужен мрамор. Мне нужен мрамор. Все, тупичок. Да, тупичок. Сейчас мы... Ну? Ну как мне к тебе попасть туда? Вроде ж ножом срезается. Не? Не угадал? Аля, дай мне эту зеленую штуку, пожалуйста. Еще? Ладно, нет, так нет. Хотя, а как нет, если, по идее, да. Как мне туда пробраться? Аля, игра, дай подсказку. Может, как-то лопатой? Ну, вряд ли, конечно, но... Давай пару раз попробуем. Тверкнуть нет, не лопаты. Ладно, бегим дальше. Бегим дальше. Что тут, мрамора больше нету? Нету вроде. Ага, там еще наверху что-то есть. Так, что-то еще наверху есть. Отлично. Так, ребят, я буду в любом случае фармить. Так как мне это пригодится в дальнейшем. Во-первых, прокачивать нашу броню. А во-вторых, интересно, что тут находится. Да, кто-то свет даже провел. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ага. Так, вот, жвалы нужны вот этого вот муравья. Так, отстань, отстань, отстань. Блин, а я не знал, что тут база есть. Прикольно. Прикольненько. Так, стой. Главное сейчас не откиснуть от него. Так, все, 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 все. Хватит маленьких обижать. Прикольненько. Честно, не знал, что здесь находится. Хорошо, что мы пошли дальше. Потому что если бы я вышел бы, то это было печалька. Так, тут, наверное, как обычно, закрыто, да? Наверное, как обычно, закрыто. Да, закрыто изнутри. Ага, значит, мне нужно как-то... Как-то к вам попасть. Только каким образом? Заперто. Заперто. Блин, может, через воду как-то можно будет попасть сюда? О! Еще. Мало, конечно, выпадает, но... Что есть, то есть. И там тоже закрыто. Мне, значит, нужно будет как-то через тудой попасть. Ладно, а посмотрим. Попробуем выйти на улицу. И может через водичку мы сюда и проберемся. Побежали. Так я уже забыл, как нам назад бежать. В какой поворот. Так, дай сюда, дай сюда. И налево, и направо. Ну, провод налево тянется. Давайте налево посмотрим. Ну, еще. Так.
Так, стоп. Ну а ты куда, маленький, лезешь? Вот скажи, пожалуйста, вот ты куда лезешь? Ну. Во, молодец. Блин. Ага, все, убегаешь, да? Ну стой, куда ты? Ты падла. Я тебя все равно догоню. Крыться, я же тебя все равно догоню, ну. Сим-сим, откройся. Как мне сюда попасть? Вон дверка ведет открывающаяся, да? Ага, а мне нужно с другой стороны как-то сюда попасть. И как? Честно, без понятия. Вот это что меня напрягает, что ты не знаешь, куда тебе нужно идти. Ладно, ладно. Вот еще наверх еще есть какой-то вход. Или мы сюда... А, да, мы сюда пришли. Так, здесь тупичок, а здесь у нас что? А здесь у нас что? Блин, какая большая локация. Главное сейчас выйти обратно. Да, кстати, я улучшал себе свой вот этот вот меч. Вот этот вот, который я быстрый. То я улучшил его, по-моему, до 5-го или какого там уровня. И мне теперь нужен этот слиток металла. Так, вот еще есть. Вот еще есть. Так, отстань, все. Отстань, отстань, отстань. Здесь наконец-то есть вход. И здесь, так. Угу, здесь закрыто. Ладно. Заходим. Будешь заходить? Будешь, да? Ты же от меня не отстанешь, я так понял. Да-да-да. Сейчас, ребятушки, мы быстро с ним закончим. Все. Дон Дистали библиотека. Вот здесь находится у нас. Так, кассета. Так, Болграл, шифровка записи. 90.05. Так, сделай это снова, Бургл. Как в старые добрые времена. Вы о чем, доктор Талли? Запустите старый текст. Сии в секунду. Здравствуйте, добро пожаловать в классическую автоматическую бургерную Робби. Меня зовут Бургл. Я сегодня... принимаю ваш заказ. Возможно, вас заинтересует наше блюдо дня. Лично я предпочитаю королевский бургер. С гарниром из картофеля фри. Как приятно. Как раз то, что надо, Бургл. Так, запомни девиз бургерной. Пусть ваша жизнь улучшается по экспоненте. Так, это отлично. Это хорошо. Так, что тут здесь? Острая стрела. Забрать. Забрать все. Супер. А теперь нужно понять, как мне попасть в ту лабораторию. Вот это, как говорится, хороший вопрос. Хороший вопрос. А давай на мини-карту посмотрим, где я нахожусь. Блин, я вообще сюда и шел. За вот этим вот чипом Бурлда оказался супер чип. Угу. А я не пропустил этот супер чип. Так, где у нас? Во, супер чип находится где-то вот в этой стороне. Давай смотреть. Где он тут находится? Как мне туда к нему попасть? Это, наверное, вот через тот вход надо. Ё-моё, сколько вас здесь. Так, ребятушечки, сейчас. Давай, иди сюда. Ну, нападай. Надо сейчас с ними разобраться, я думаю. Так, разобраться. Угу. Да-да-да, по одному, ребят. А со спины, да, зашел, падла? Ок.
Окей, блин, а у меня вода заканчивается, мы пить хотим. Так, ну. Ну давай, во-во. Давай, 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 по одному. Так, мастер клинка. Блин, да сколько вас здесь? Вот маленькие не нападают, вот эти вот солдаты задалбивают. Так, все, 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 все. А, и вот и маленькие решили, да, за компанию поддержать. Так, а дай-ка я тебя сейчас топориком мэкну. Все, до побачення. На побачення. Давай смотреть, здесь яблочки, яблочки. Мне нужно как-то попасть в эту лабораторию. То, что наверху сейчас вот это вот находится. Только каким образом это сделать? Каким образом это сделать? Так, как сюда вообще подняться? Ну все, 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 отстань, отстань. Отстань, дядя. Мне нужно сюда. А здесь закрыто. Здесь закрыто, блин. И чего дальше? Назад бежать? Неужели бежать назад? Я рассчитывал, что мы сегодня с вами еще и за углем сходим, но я так понял, что не получится. И придется это делать в следующей серии, да? Здесь мы вообще ничего не упустили. Или что-то упустили. Нет, все, все залутали. Все залутали. Ладно, попробуем бежать обратно. Попробуем бежать обратно. Мало ли куда-то нас это приведет. Попробовать под воду спуститься, там, где мы с вами были. Так, требуется взрывчатка. Блин, у меня-то есть взрывчатка. Но ее две штуки. Сейчас я с этим разберусь. Сейчас я с этим разберусь и попробуем взорвать. Мне как раз нужна будет одна взрывчатка для этого. Для того, чтобы пробраться во двор. Там, где уголь. Ладно, давай. Давай, раз. Два. Все, аккуратно. Аккуратно. Надеюсь, оно того стоило. Надеюсь, оно реально того стоило. Мы просто так не потратили. Серьезно, я ради зубика сюда взрывчатку потратил. Ладно. В принципе, да, зубик мне-то нужен. У меня фонариков нету? Не, фонариков нету. А, не, есть. Один есть на восьмерочку. Если я его... Восьмерочку сейчас сделаю. Во, отлично. Отлично, отлично. Так еще лучше видно. Не знаю, конечно, надолго ли нам этого хватит, но... Давайте так побегаем. Так, на дорогу. Кажется, посторонись, я бегу. Блин, нужно выходить, значит, на улицу. Значит, нужно выходить на улицу и там искать вход. С улицы. А с улицы у нас будет находиться... Находиться где-то... Где-то здесь. Ладно. Разберемся. Так, мы отсюда, да, пришли? Значит, нам... Куда-то вот сюда. Ага, мы есть хотим, и пить хотим, и все хотим. Ладно, давай употребим. Давай употребим. Давай употребим. А вот с водой у нас, конечно, проблемы. Нужно будет в любом случае что-то понямать. То есть что-то попить. Так, нет, не сюда. А куда? Вот сюда.
Ну да, мы же столько вас перебили, что что-то сбился. Вы все еще нападаете. Все, отстаньте. Я задолбался чинить свою броню, если честно. Так, здесь тупик. Здесь тупичок, а здесь... Здесь просто столько всего, что ты... Ага, здесь тоже тупичок, понял? Столько развилок, что ты не можешь понять, куда тебе конкретно нужно идти. Ну, надеюсь, мы сейчас найдем то, что ищем. Да, ну лаборатории тут, конечно, очень много. Так. Погоди, это не... Тут... Да, это я пришел оттуда, куда, да? Опять вернулся туда, откуда приходил? Ну да. Да твою всю, я заблудился, что могу сказать. Поздравляю, мы заблудились. Надо выбираться, надо выбираться. Так, все, я немножко еды вот взял. Буквально чуть-чуть, ребят. Я вам тоже оставил. Не переживайте так. Лица, не переживайте. Так, все хорошо. А куда выход? А где выход? А куда идти? Алло. Муравьишки, помогите. Да, так, мы отсюда вернулись, значит, куда-то надо. Гребаная квантомания, да? Человек-муравей. Все, побежали. Сюда мы зайти тоже не можем. Ну, тут два варианта. Либо мне нужно электричество как-то тут добавить. Либо нужно... Так, сюда. Либо нужно найти вход. Нереально проще откиснуть и с базы со своей вернуться обратно туда и посмотреть. Так, все. Ага. Тоже, да, будешь нападать, падла? Ты ж от меня не отстанешь, я понял. Ладно, придется тебя забаранить. Зато же валами мы себя обеспечили на всю игру. Это не может не радовать. Так. Ага. И как отсюда выйти? Как отсюда выйти? Так, это кто? Это глина. Не, глина нам явно не нужна. Хотя запасы тут огромные. Во, выход, да? Пусть это будет выход. Да, это выход. А выход у нас где случился? Ага, в этом месте. Понял. Там, где я изначально лутался. Значит, мы могли спокойно пройти вот это вот место. Где оно тут? Вот это вот место спокойно могли сюда пройти через этот муравейник. Прикольненько. Так, наверное, сейчас домой. Скину все лишнее. Попробую найти вход в лабораторию. Попробую найти чип. И, наверное, уже в следующей серии мы просто с вами отправимся в этот, как его... Бурлу, и дадим ему чип, потому что один чип памяти мы нашли. Так, если я сюда пойду. А еще остался суперчип. Так как суперчип достать, не знаю. Возможно, можно как-то через воду в песочнице. Но я, конечно, не уверен. Да, водички очень мало у нас осталось. Так, куда? Побежали сюда. Через провода. Давай, наверное, наверх попробуем. Просто я сейчас могу скоро откиснуть.
А если я откисну, мне в любом случае придется сюда возвращаться за портфелем. Так, ага, вроде... Вроде правильно идем. Так, как мне к тебе туда попасть? Как-то... Как-то, ладно, с этим мы тоже потом разберемся. Пошлите на выход. Можно ли здесь пройти? Да и залезть. Да, раньше как когда-то можно было, а сейчас не ху, как говорится, да. Так, налево, направо, направо, налево. Давай сюда и пойдем. Так, стопэ. Так, эти муравьи вообще отдыхают? Я думаю, что нет. Блин, а дай мне выйти на уличку, пожалуйста. Дай мне, пожалуйста, выйти на уличку. Так, отлично, отлично. По-моему, правильно идем, да? Хотя, с кем я тут разговариваю? Во, я слышу вот этих вот. Отлично. Так, надо будет запомнить, что у нас здесь находится. Этот, как его? Вот. Нужно сейчас будет еще посмотреть, может, под водой тут где-то есть. Все-все-все, отстань, отстань. Так. А можно выключить? Что у нас тут есть? Что-то забрали. Давай проанализируем сразу же тебя. Возможно, ты нам откроешь третий уровень. Так, двухручный меч. Двухручный меч. Ну, он медленный, наверное, да, будет? Так, анализировать, пропустить. Пончу, пончу, пончу. Хорошо. Это у нас жвала. Так, пропустить меч черного муравья. В общем, ни о чем, да? В общем, ни о чем. Окей, что у нас тут есть? Две штучки. На выносливость. Во, отлично. За 1300 могу что-то купить? Нет. Ничего, блин, а я даже не знаю теперь, как мне действовать. Давай, наверное, попьем. Так, ничего противного в своей жизни не пил. Да-да-да. А что оно так? Что это такое? Пожарка, а что за пожарка? Сильно жарко даже для меня, ё-моё. За пожарка, все, а можно отстать. Ой, паук, волк. Бонжур. Не против, я с тобой здесь посижу немножко. Так, а нам жарко было. Хорошо, давай понямаем. Давай понямаем яблочком. Наверное, давайте забараним сейчас, если получится паука волка. Так, что еще? Ну, давай мятной конфеткой. Так, если получится, сейчас забараним его. Только мне нужно в руку взять вот эту вот штуку. Все, бонжур. Бонжур. Так, если получится, забаранить будет хорошо. Если нет, то значит вернемся сюда позже. Ля, какой ты нервный. Так, отстань, отстань, отстань. Угу. Давай, еще чуть-чуть. Так, ну, восстановить хп у нас есть, по-моему, зелье, если не ошибаюсь. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, еще маленько. Так. Так, ну...
О, отлично. И давай, 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 давай. Потребить. Все, шикарно. Шикарно выжили. Потребить. Блин, ребята, давайте дружить, давай. А тут жарко, да? Точнее, еще раз жарко, чтобы мы... А, ну, ну, как говорится, либо так. Ладно. Короче, что мы делаем? Я сейчас снимаю шапку. Снимаю шапку. Попью водички, понямаю, вернусь туда, откуда мы пришли. Заберу наш чемоданчик и попробую поискать вход в лабораторию. Да, я здесь еще одну лабораторию под водой нашел, конкретно в этом месте. Ну, во-первых, там она затопленная одна есть, и мне не хватает воздуха. А здесь дверка должна открываться. Нет, кью, люк. Сейчас покажу. Здесь нету... Не светится одна лампочка, чтобы я мог ее открыть. Где она находится? Давай посмотрим. Где же эта лаборатория? Короче, где-то тут был вход в лабораторию. Ее нужно было как-то открыть. Только как и каким образом, я пока без понятия. Все, всплывай, всплывай, да. Всплывай, всплывай. Короче, я не мог открыть люк, потому что там было заперто. И плюс еще тут где-то нужно там на самую глубину нырять. И где-то в этой части была очередная пещера, куда нам нужно было проплыть. Ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Я поищу вход-выход в лабораторию. В следующей серии, если ее найду, то там побегаем, посмотрим. Если нет, то, может, я сам залутаю и пойдем в эту вот часть. Как раз откроем себе уголь и достроим себе печку. И, возможно, половинку джакузи, потому что здесь мне нужна шишка. А шишку я могу добыть только третьим молотком. А третий молоток я пока еще не знаю, как делать. Ну, возможно, узнаю и добуду себе третий молоток. Ну, это уже без записи, потому что это сильно долго и нудно. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом, ребят.